Нижегородцы могут написать и отправить письмо Деду Морозу в общественный приемный Роспотребнадзора, а также в многофункциональных центрах региона. Акция направлена на то, чтобы занять детей, пока взрослые занимаются своими делами. Все сообщения доставят в город Великий Устюг Вологодской области, где живет главный Дед Мороз страны. Всю информацию об акции можно найти на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 52.роспотребнадзор.ру. Когда мы сюда зашли, вот нам сказали на входе, что можно, значит, написать такое письмо Дед Морозу, Великий Устюг, с пожеланиями своего, что он желает, подарок от Деда Мороза.